Неожиданно для всех компаний Audi представила в Пекине новое купе и ростер модели TT горячая версия AS. Ну, честно говоря, все ожидали, что эти версии TT немцы представят либо в сентябре в Париже, либо в Гудвуде на фестивале скорость. Однако премьера TT AS состоялась в этом году на автошоу в Пекине. Обе модели оснащены новым турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 400 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и системой полного привода. До 100 км в час купе разгоняется за 3,7 секунды, а родстер за 3,9 секунды. Максимальная же скорость машин ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Однако за дополнительную плату максимальная скорость может быть повышена до 280 км в час. Продажу Audi TT AS поступит осенью этого года, сразу же после европейской премьеры в Париже. Базовая версия купе будет стоить в Европе 66 400 евро, а родстер 69 200 евро.